поедет. Давай. Сегодня мы со Степой покажем, куда мы фазанов переселили, да, Степа? Да. И покормим сейчас. Травки им сейчас нарвем еще вон под забором, под домом вон проклюнулась. Да, Степа? Да. Позеленелась. Ну все, поехали. Входим. Курочка. Вот куда они у нас, куда мы переселили, поделили курятник на две части. Вот, петушок сделали. Это, будку такую вот. Да, Степа? Да. Вот, сейчас с другой стороны вам покажем. Сейчас объясним, сейчас им еще накормим. Заходим, выдадим. Да, Степа? Кричим. Да, Степа? Да. О, все, зашли. Закрываем. Шпингалетик. Все ходят. Нет, все три самочки, все у меня. Все на месте, все живы, все здоровы, слава богу. У них такой будка собачья, фазанячья. Вот насыпали им сейчас только что. Сейчас сеткой так огородили. Тоже у них тут корм, да. Все остальное. Сейчас да. Им тоже подсыпем. И все сделали. Вот, как Степа сказал, мы все сделали. Вот. Это сошёную крапиву. Это дробленки еще. Травки кинули, все. Сейчас пойдем. А вы понаблюдаете за ними. Да, Степка? Да. Покажем.